Сексуальное насилие в отношении женщин в Северной Корее – обыденное и повсеместное явление в этой стране. Об этом в своем докладе заявили представители международной правозащитной организации Human Rights Watch. Опрошенные активистами бывшие жительницы КНДР рассказали о подобных действиях со стороны полицейских, охранников, чиновников, следователей и военнослужащих. По словам Ли Суйон, бежавшие из Северной Кореи, те, кто находится у власти, запугивают женщин. Эти люди наводят ужас на женщин, рассказывая о том, что с ними будет, если те откажутся выполнять их требования. Эта проблема, считает Ли Суйон, не будет решена в Северной Корее до тех пор, пока сами власть имущие не предпримут соответствующие меры. Правозащитники подчеркивают, что даже в случае жалоб в КНДР не предпринимаются какие-либо действия. Пострадавшие женщины не имеют возможности защитить себя и молчат о том, что с ними произошло. Власти Северной Кореи утверждают, что в стране в принципе отсутствуют сексизм и сексуальное насилие.